от компании GT, модель X11, всеми полюбившийся формат электроскутера в сети Кока. Сегодня будем его тестировать, посмотрим, насколько он быстрый, проверим максимальную скорость по спидометру, ну и в принципе пройдемся по техническим характеристикам данной модели. Давайте для начала пройдемся по основным характеристикам электроскутера. Мотор-колесо у нас находится сзади, мощностью 2000 Вт, напряжение 60 Вольт. Батарея у нас 20 ампер, находится под сиденьем, батарея съемная, с возможностью установки дополнительной батареи, которая будет ставиться в пол электроскутера специально с оборудованным отсеком. Если говорить про реальные цифры, которые может показать электроскутер, это примерно 45-50 км в час скорость и в районе 40 км пробега на одном заряде. Что же касается внешнего вида электроскутера, спереди и сзади у нас 10-дюймовые диски, шоссейная резина, также спереди и сзади, по паре амортизаторов. Амортизаторы у нас отрабатывают таким вот образом. Также установлена двойная вилка. Что же касается гидроизоляции, на этом электроскутере производитель заявляет 54 IP, то есть езда в мелкий моросящий дождик. Но мы от себя не советовали бы ездить в дождь, особенно по лужам. Чтобы включить наш электроскутер, сначала необходимо подключить питание к аккумулятору. Включаем шнур, далее снимаем скутер с блокировки. Открываем замочек. Здесь у нас кнопка старт-стоп. Включаем его. Все, соответственно, скутер готов к работе. На дисплее мы видим спидометр электроскутера, скорость, на которой он сейчас стоит, уровень заряда и общий одометр электроскутера. Слева у нас установлен задний тормоз, поворотники электроскутера, звуковой сигнал и включение-выключение фары. Справа, соответственно, ручка газа. Она у нас здесь как на мотоцикле. Также звуковой сигнал и переключение скоростей электроскутера. Их три. Тормозная система на электроскутере идет гидравлическая. С правой стороны у нас передний тормоз, слева задний. Вот, собственно, торможение. Электроскутер у нас оборудован багажником. Здесь вот сам багажник. Далее, как мы говорили ранее, аккумулятор у нас быстросъемный. Отключаем питание электроскутера. Далее берем нужный нам ключ и снимаем батарею. Заряжать ее можно даже дома. Снизу у нас есть док-кейс под второй аккумулятор. Изначально уже оборудован всем необходимым. Ключик. Вот, собственно, сам шнур для подключения второго аккумулятора. Требовалось доказать, в принципе, 2 киловатт достаточно легко заезжать.
всяких проблем. То есть, в принципе, я думаю, даже на повседневное использование можно брать для автомобиля. В итоге, что хочется сказать, мы покатались на нем на улице, покатались на нем вдвоем, проверили, как он тянет в горку. В принципе, по всем этим параметрам электроскутер проходит проверку. По скорости развивает 45 км в час, как и было заявлено ранее. Проезжает с весом 100 кг, я думаю, в районе 40 км. Но пробег этот можно увеличить, докупив второй аккумулятор. В плане амортизации электроскутер показал себя довольно хорошо. Передняя вилка отрабатывает. Задние амортизаторы также помогают ему проходить неровности. Заказать электроскутер вы можете на нашем сайте electromol.ru. Доставляем по всей России.